А, играем в английскую версию. Так, это у нас кедр, да. Что бы здесь сыграть интересного? Есть deck, есть... я не знаю, dark может быть в качестве существительного. Darkness точно может быть, это dark. Dark тоже. Так, deck или dark? Я не знаю, есть ли здесь какие-то предложения. Наверное, deck или dark все-таки. Давайте deck сыграем. А, хотя grade, но проблема в том, что grade там будет greater. Greater же есть или нет? Greater, greater, все вот это. Нет, такого не должно быть. А, то есть надо было все-таки grade, наверное, да. Потому что там бы было greater, greater, да, поторопился с этим ходом. Какой-нибудь greater, нет. Так, ладно, то есть мы ждем grade. А, кстати, а если тут какой-то задел на угол, вот интересно. Мне кажется, если сделать что-то с двумя K, это, наверное, гарантированно. Правда, не факт вообще, что такие слова есть здесь. Ну да. Так, trade или grade? Grade, greater, trader. Мне кажется, нет потом каких-то продолжений после этого. Давайте great one. Так. Ну да, в B1 я, правда, не могу сходить чего-то такого интересного. Если только потом получится. Ну да, здесь... очевидное продолжение. Aider. Что-то с окончанием... типа waiter, может быть. Да, waiter есть. Так, это у нас болотные сапоги. Якобы. Давайте проверим. Я просто никогда не доверяю этим местным определениям. Так, мы... fader, да, логично. One that waits, short bird, high waterproof boots. Ну, то есть, в третьем значении это действительно. Вот непроницаемый сапог. Так, aider, bader. Вряд ли такой есть. Да. Later, later, pader. Ну, тут glider там может быть, да? Так, можно ли как-то выбраться в клетку Е5? Degrader где-то получить потом. Не факт, что он вообще есть, а его нет. Так, в С4 есть, в общем-то, какая-то, наверное, связка с окончанием ER. Типа, если, допустим, будет straw, и там какой-нибудь... нет, такого нет. Ага, ну да, это известный тоже ход. Конечно, c5, наверное, надо закрыть по-хорошему. Только вопрос, чем? И знать бы, да, что туда вообще подойдет. Таких нет. Reward никак не получается. Serial. Rack. В принципе, rack, мне кажется, солидный ход. Если... давайте rack напишем. Если еще здесь, по крайней мере, мы можем создать, наверное, неприятный угол. Но, но при этом, если у нас получится даже протолкнуть туда две буквы W, у нас все равно будет вау. Правда, я не знаю, должно быть вау, и используется ли оно в качестве существительного. Да, оно используется в качестве существительного, потому что оно такое больше звучит, как междометие, на мой вкус. Так, stray, straider, такого я не знаю. Straf, strafe,
Strife есть. Strafe, что-то я не уверен. Strafe есть, да? Strafer. Такого нет. Так, strafe только куда писать? Если мы напишем его в D1. Restore. Я не думаю, что есть такой ход. Если я напишу в C2. Мне кажется, в C2 мне это меньше нравится. Потому что может что-то всплыть из этого. Давайте strafe, наверное, напишем. Strore я проверял, такого слова нет. Но давайте проверим в словаре, есть ли оно. Вдруг. Нет, а его действительно нет. Estrade. Estrade. Ага. Так-то логично, да. Estrader. Такого нет. Straight. То есть straight получился бы в любом случае, независимо от того, куда бы я это написал. Behest. At the behest of someone. Yeah? Behest, в общем-то, наверное, неплохой ход. Если ничего лучше нет при таком условии. Ну там chest. Слушай, это, кстати, не может быть угол. Нет, там, наверное, будет ache, поэтому это в любом случае не угол. А, ладно, давайте behest напишем. А кроме chest, можно ли туда что-то сходить еще? Chedron, он пишется с двумя. D. А тут что-то его вообще нет. Хотя он должен быть. Странно. Или я ошибаюсь? Так. Cheddar пишется, да. Он пишется с двумя D. Именно так, как я первый раз его писал. И он должен быть. Потому что он не только имя собственное. C5, да, немножко как-то провисает. Не очень понятно, что туда вообще надо ходить. Creed. Shed, почему-то даже не chest. Creed пишется иначе, оно пишется с двумя и. Creed. Kush, слушайте, а Kush есть? Kush нет. Ну, у него там Ash, наверное, минимум Ash у него там будет. А, в нижнем углу, левом. Так, если слово mirror. Можно написать mirror, не знаю, надо ли. Можно написать... Какие еще варианты? Crew. Ну, по крайней мере, если написать mirror, мы закроем... C5. Давайте mirror напишем. Слушайте, а mirror в значении существительного... Я, кстати, не уверен, что вообще встречал. Так, здесь говорится, что это озеро. Проверяем. Chiefly British. То есть преимущественно британское слово. An expanse of standing. An expanse of standing water. Lake, pool. Had seen several boats on an inland mere. Ну, то есть на самом деле это действительно озеро. Berg. Так, а он точно... Не, ну он там как минимум wig может написать. Что это не проблема. Ogre. Я, наверное, сходил бы ogre. Потому что из пяти я как-то все равно ничего здесь не вижу. Fawn. Можно написать fawn. Который у нас... Fawn, по-моему, это именно детеныш оленя, да? Это же не просто олень. Линёнок. Так. Как, кстати, пишется аргон? Аргон так и пишется, как в русской версии. То есть фон — это плохой ход. Что можно сходить лучше, чем фон или дон? Какие есть варианты? Просто сходить о из трёх букв, ну это как-то совсем. Так, иму.
И ему как-то тоже сомнительно выглядит. Хотя, может быть, и лучше, чем фон. Ага. Mower. Газонокосилка. Так, ну можно Homer написать или Covered у нас не получается. Rower. Да, в общем-то, все что угодно, наверное. Так, ну, я думаю, что из 5 он не должен там что-то выудить все-таки. А, погодите, grower, наверное, был поточнее, да? Или glower. Они оба есть. Я поторопился, да? Ну, будем надеяться, что здесь нет какого-то скрытого хода. Я не знаю, ну что-то с окончанием Y проверять, если так. Ash, ну да, как я и думал. Так, еще раз. Второе слово booth, которое можно перевести как будка, например, для звукозаписи. Так, tooth. Tooth, так, я не знаю, есть ли что-то еще с таким окончанием ooth? Сложно сказать. Root. Если только наугад попробовать. Я знаю, stood именно как глагол. Я не был уверен, что это существует как существительное. То есть, давайте проверим, то ли это значение. Так, stood. Это у нас... Правда, stood, о котором я думал, оно уже все-таки пишется с буквой «и» на конце. То есть это не совсем то. Stood – это значение... Значит, как прилагательное старинное значение, это правдивый, либо мягкий, сладкий. А существительное современное значение – это правда, реальность. То есть stood. Так, ну... А вот, правда, soother может быть, да? Вот поэтому мы sooth не будем писать. А я не знаю, это надо проверять на самом деле, есть ли какие-нибудь boother или там... Ну, скорее всего, нет. А, нет, есть soother. То есть это, получается, тот, кто говорит в данном случае правду. Наверное. Ну, тогда, видимо, у меня есть право написать. Или... Хотя нет, это я не о том, да, думаю. Это же и выйдет то же самое, да. Так, кэбет такого нет, так. Так, у меня что-то нет хорошего хода. Сют, может быть. Табес вряд ли есть. А, ладно, лучше, чем ничего. Просто сажу напишем. Я что-то задумался насчет этих сют. И хотя должен был думать про что-то другое. Табу. А, ну у нас abyss вот здесь в углу. И abyss дает не самый хороший угол для меня. Abyssal это у нас все-таки прилагательное. Abysmal даже, да, по-моему? Abysmal. Abysmal depth. Но правда в русском есть слово abyssal. И... Возможно, тот расклад, что этого слова здесь просто нет. Именно слова abyssal. Bathos. Что за bathos? Bathos. Ложный пафос. А? Ну так-то логично pathos написать, конечно. Bathos. Удивительно. Так. Ну да, здесь вот в словаре abyssal только в значении прилагательного. То есть я не знаю, как abyssal, например, именно пишется. Как она может вообще писаться, и есть ли она даже в словаре. Так, ну мы ждем, наверное, либо abyss. Pithos. Pithos, в смысле как пифос, как греческий сосуд. Pithos, наверное.
Патио можно написать. Пифус. Наверное, это тот самый греческий. Ithos. Я как-то не особо знаю слова с такими окончаниями. Патио можно написать. Наверное, да. Наверное, патио. Ithos. Кстати, интересно, что в Merriam-Webster Ithos вообще не находится. Так, Ithos. Ну да, скорее всего, это тот самый сосуд. A large earthenware storage jar. Ну да, это и есть он. Archaeological term. Так, boost. Ну, boost я не видел, кстати говоря. Не знаю, хатты звучит как сленг все-таки. Мне, конечно, не нравится ход abyss, но на самом деле у меня ничего лучше нет. По крайней мере, я не вижу чего-то лучшего. Co-host, как какой-то соведущий, типа. Вообще, по идее, должно быть это слово, да? Или оно через дефис? Abyss, abyss. Пишем abyss, или есть что-то лучше? Давайте abyss напишу. Ну да, с точки зрения стратегии, ход так себе. Потому что здесь я, по сути, себя только с buy оставляю. При условии. Кстати, в этом словаре нет даже слова boss. И, соответственно, bossing. Хотя они должны быть. 100%. Так. Ghost. Вообще не видел ghost. Хотя, конечно, ход логичный. Ну да, это ведь host, ghost. Да. Так. Ghost. Так, а тут есть Boho? Нет. Toss может быть просто. И куда toss можно еще написать влево, да? Надо ли только? Так, ну что, toss? Или тост. Hot head. Ну, для этого слишком далеко. И это мало прям вероятно. Я даже не знаю, какие должны быть условия для этого. Это нужно получить и. То есть... Народность, которой хетты, я даже не знаю, как они могут писаться вообще на английском, я не встречал. Так. Thong. Thong это у нас ведь стринги. Так, thong. Pion, Pioneer, Thonk. Такое есть? Нет, такого нет. Honk можно написать из простых. Ну, проблема этого товарища, что если в полминутном он пишет очень слабые слова, а в форматах больше времени он прям играет иной раз вот идеально. Поэтому очень так сомнительно его игры выглядят, на мой взгляд. Так, Honk, наверное. Hostess. А слушайте, а Hostess... Ну, она есть 100%, только как ее выкрутить?
Hostess. Даже если бы я писал toast влево, у меня бы hostess не получалось, потому что мне нужна еще одна s. То есть тут нужно, я не знаю, каким образом вообще можно получить. Если бы был boss, да, если бы он действительно был, то я бы hostess смог бы сыграть таким образом. Ну, при условии подставления. Бустер, ну бустер, да, может быть там где-то получится. Фай, тоже вот совершенно не, ну такой, на мой взгляд, трудно находимый ход. Фай, чек, чек, все-таки у нас через CK пишется, поэтому фай. Я даже не знаю, что здесь сходить, если честно. Просто какой-нибудь унылый сходить. Унылый ход thigh, например, или thigh, а thigh нет, да? Так. Например, thigh куда-нибудь вправо. Пожалуй, ничего здесь больше не вижу. Минус 6. Минус 6. Стай. Я не знаю, что. Это стай мне уже пишут, кстати, второй раз. Стай. Я потом проверю. Тут говорится, что это якобы родин. Так, стай. Угу. Либо сходить просто by в левый нижний угол. Здесь я как-то не вижу ничего. Не, Otto. Не знаю, что это, но оно прошло. Так, значит, ну тут тост, наверное, будет. Так, что я хотел посмотреть? Стай. Я не знаю, что это вообще за стай, откуда они это берут. Variance. Стай. An inflamed swelling of a sebaceous gland at the margin of an eyelid. Пусть это, по-моему, ячмень, да, по описанию. Ну, которое заболевание. Стай. Ага. S. Слушай, здесь надо что-то написать из 9. Интересно, да? Так. Mass, pass, lasso. Мне кажется, кроме lasso здесь ничего не напишу. Это здесь нужно изловчиться. Давайте lasso напишем. Lasso. Слушайте, я предлагаю в этот полминутный, или он ушел. Ну ладно. Я бы лучше в полминутный сыграл, потому что некоторые товарищи, мне кажется, они слишком хорошо играют. Зрительно слишком хорошо играют. А больше контроля времени. Так, ну ладно, пока все.